Всем доброго времени, друзья! Вот вопрос. Если его зададут те, кто не посвящен в творчество Димаша Кудайберген, чем завораживает вас этот певец, артист, художник, кристальным голосом, нежным и чистым? Умением абсолютно завладеть всеобщим вниманием. Своей породой и высокой презентабельностью, манерой себя подать, уверенностью в себе и в то же время смущением и на сцене, и в общении. Чистотой своей, да, и при этом сексуальностью, эротичностью, которая иногда просто зашкаливает, энергией. И в то же время, буквально образом, ангел, да? Внимательностью и заботой к окружающим, уважением к своим учителям, к старшим. Перед тем, как спеть следующую песню, я хочу сказать, что этому человеку я очень многим обязан. Мой учитель, заслуженный деятель культуры Казахстана, Марат Олжабаевич! Любовью к своей семье, непредсказуемостью, благодарным сердцем. Thank you very much. Thank you for your love. Thank you for your support. It's a dream. It's just a dream. Dears, you're amazing. И юмором, искрометным юмором. Невозможностью понять его образ. Все это совмещено красотой лица, фигуры, харизмы, добротой, красотой души. Поближе подойти к вам, если можно. Можно? Серьезностью и вздумчивостью. Искренней верой во Всевышнего. Все, что мы увидим в этом маленьком видео, маленькая толика того, что мы можем видеть на концерте Димаша, в его выступлениях, в его перформансах. Отношением к своим слушателям, конечно же. Вот здесь маленький пример, как некоторые артисты относятся к своим почитателям. У Димаша все иначе. У него безграничная признательность и любовь. Он встает на колени и благодарит своих дорогих.
Он смущается, да. Очень скромен и уважителен к творчеству других. Он дерзок бывает, да, на сцене. Все это вместе. Димаш Кудайберген. Именно все это вместе. Конечно, бесконечный его диапазон голосовой, как горная река, как хрусталь, как просто гром майской грозы иногда звучит его голос. Его баритон так низок и глубок. Его сопрано, тенор так высоки. Друзья мои, все эти качества вместе и есть непревзойденный Димаш Кудайберген. А сколько еще скрытого придется нам постичь, и радость будет от этого. Потому что это соприкосновение с истинным искусством, с небесным искусством. Всем искренних счастливых эмоций присутствия на живых концертах. И если есть у кого такая возможность, не пропустите ее. Yeah.